Удачно может стать новым лидером российской алмазодобычи. Об этом заявил президент Алроса в ходе своего визита в Мирнинский район. Это первая ознакомительная поездка Сергея Иванова на промышленные предприятия компании. Визит в алмазную провинцию глава алмазодобытчиков начал с удачного. Туда вместе с главой республики Егором Борисовым президент Алроса прибыл из Якутска. Рабочая группа во главе с топ-менеджером Алроса посетила карьеры Зорницы и Удачны. Побывала на технологическом проезде к Верхнемунскому месторождению. Ознакомился Сергей Иванов и с процессом обогащения алмазной руды на фабрике номер 12. По словам президента Алроса, согласно долгосрочным планам компании, в Удачный может себе вернуть статус лидера российской алмазодобычи. С утра мы подробно обсуждали с коллегами как раз текущее состояние по добыче, планы на 2017 год, ну и самое главное, планы на ближайшие 10 лет. И мне кажется, что скоро город Удачный и кластер Удачнинский должен вернуться опять в лидеры по российской алмазодобыче. Мы ожидаем, что вырастет и численность, прирастет численность и населения, и город заживет новой жизнью. Добавлю, что завтра ознакомительный визит президента Алроса продолжится на объектах Айхальского комбината.